Думаете, это очередной алчный победитель, оборвавший все телефонные линии, чтобы победить и дозвониться и попасть на прямой эфир третьей кнопки, сказать знакомые слова в микрофон и получить долгожданный приз? Опять ошиблись. Это Александр Добрынин. Если помните, даривший розовые розы 30-летней Светке Соколовой. Совершенно верно. Александр, сколько сейчас Светке? Наверное, уже где-то под 40. Дело в том, что я не слежу за творчеством Светки Соколовой, но вот здесь вот люди сидят, мои друзья, они поймут, что вы очень красивый человек, и кнопки, я думаю, что самые такие, самые жирные аплодисменты, да. Чтобы камеры это видели, да. И еще хочу сказать, сегодня 25 эфиров. Как говорят, большому кораблю большое плавание. Дай Бог счастья вам, и чтобы не забывали нас, вот никто из присутствующих. Да? Да, спасибо. Ох, как хорошо! Можно даже звук добавить. Эй! Все, что было не зря.
молочные цветы. Это тайна моя. Ночные цветы соберу для тебя. Ночные цветы вслед ушедшего дня. Ночные цветы, все, что было не зря. Ночные цветы.